Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас выходит вторая часть обзора из мебельного мегамаркета «Домашний очаг». Расположен он по адресу город Минск, Матусевича, 35. Напоминаю, что мы все еще продолжаем обозревать только первый этаж. Впереди второй и третий, так что обязательно не пропустите. Также в данном видеоролике я стала переводить цены еще и в доллары, так как мой канал просматривают не только у нас в Беларуси. Дорогие друзья, оставайтесь со мной до конца, всем желаю приятного просмотра. Итак, первый товар — четырехсекционный комод, цена 676 рублей. Также давайте вам покажу еще одну интересную модель комода, она идет в такой бело-графитовой расцветке, цена на него 675 рублей, также имеет 4 выдвижных ящичка. Далее уже более такой высокий комод, стоимость которого 677 рублей. Также в данном магазине представлена мебель для гостиной и для коридора. Особо на ценах мы останавливаться не будем, просто покажу общим планом. Давайте, наверное, рассмотрим вот такую стенку, комплект мебели. Цена на него, это полный образец, выйдет в 2399 рублей. Страна-изготовитель — Россия. Написано, что на некоторые модели действует акция минус 25%. Еще что немного неудобно, прогуливаясь по магазину, я заметила, что не на всех товарах присутствуют ценники. Конечно же, тут уже право самого владельца, самих продавцов, называется кто как строит свой бизнес. Модель «Камелия шкаф» 1390 рублей. Также посмотрите, есть вот такой вот комплект для детской спальни. Еще что неудобно, здесь не висит полный ценник именно самого гарнитура. Нужно отдельно считать каждую тумбочку. Давайте, наверное, остановимся вот на таком варианте. Это у нас стенка. Посмотрите, здесь выдвижные шкафчики, тумба под телевизор. Можно также заменить на другие фасады. Все это отлично можно потрогать, пощупать. Полный комплект обойдется в 3402 рубля. Ну, а мы с вами передвигаемся дальше. Компания «Любимый диван». Значит, кровать-софа, стоимость 1386 рублей. Давайте рассмотрим вот такую модель углового дивана. Тоже безумно мне нравится такая цветовая палитра. Цена идет 3110 рублей. Еще давайте вот такой рассмотрим угловой диванчик. Стоимость 2262 рубля. На этот диван выставлена цена от 2740. И вот такой вот, стоимость от 2566 рублей. Так, кто-то недавно мне писал, что в магазине Ами Мебель бешеные цены на похожие стульчики. Значит, стул Кварта 182 рубля и рядом модель по цене 237 рублей. Так что, дорогие, не надо говорить, что в Ами Мебель очень дорого. Спальма Парманео. Стоимость 1609 рублей, это без учета матраса. Обратите также на это внимание. Вот такой вот спальный гарнитур. Интересная модель кровати. Значит, спальма Парма, кровать 880 рублей и матрас примерно 500. Очень действительно интересное изголовье у этой кровати. Ой, только посмотрите, кого это встретила, милашка-бегемотик. К сожалению, я не посмотрела цену, но думаю, рублей 500-700 однозначно будет стоить. Диван Кликлак 890 рублей, это начальная цена. Также внимательно всегда читайте цены, что там пишут. Наверное, пройдемся вот по такому магазинчику. Здесь очень много диванов. Значит, диван кровать, цена 3708 рублей. Прям такой огромный. Далее вот такой вот бежевый диван кровать Калинка 2962 рубля. Еще один не менее шикарный угловой диван 3478 рублей. Пуфики по 77 рублей.
Так, что у нас тут? Еще один роскошный диван-кровать. Яхонт угловой, 3612 рублей. Бежевая модель дивана-кровать, 2614. А для тех, кто любит более яркие расцветки, представлен диван-кровать по цене 1984 рубля. Комфорт. Следующая модель углового дивана представлена по цене 4263 рубля. Название квадроугловой. Производство, кстати, Беларусь, обратите внимание. Для тех, кто любит, можно сказать так, королевский шик, диван-кровать «Трон» 2810 рублей. Не забывайте, что всю обивку, расцветку можно поменять. Это уже договаривайтесь непосредственно с продавцом. Также у них уточняйте про рассрочки и кредиты. Так, небольшой диван-кровать, 1271 рубль. И еще мне приглянулся вот такой вот приятный, такая нежно-мятная расцветка, 2846 рублей. Но сейчас, дорогие друзья, я хочу вас пригласить в один, наверное, из самых шикарных павильонов, которые представлены здесь на первом этаже. Савлуков Мебель. Честно говоря, я ничего не могу сказать о этой компании, я о ней не слышала. Но, по крайней мере, здесь просто, можно сказать, такая потрясающая атмосфера. Даже цены пишут вот на таких вот бирочках. Образец пуфика такого огромного 980 рублей. Именно образец, также учитывайте. Так, диванчик 2150 рублей, это также цена за образец, чуть выше написана цена под заказ. Посмотрите, как здесь красиво, какая здесь классная обстановка. Здесь еще заметила подушечки с такими черепами в виде страз. Почти на каждом диванчике. Так, давайте посмотрим вот такую вот малютку. Цена на него 2670 рублей. Это именно за образец. Сейчас я вам, наверное, покажу один из самых дорогих диванов. Угловой. Цена образца 7490. А именно... под заказ выйдет в 9400 рублей. Мне еще приглянулся вот этот диванчик. Он прям такой мягкий, такой классный, велюровый. Стоимость образца 3105 рублей. При покупке под заказ цена выйдет в 4000. Да, дорогие друзья, цены есть и такие. Это вам не Ами Мебель. Вот такой выйдет 2950 рублей. Так, вот такой угловой диванчик, стоимость 2950. И посмотрите, тоже интересная модель дивана, она идет с такими деревянными ставками. Классная действительно модель. Посмотрите, здесь есть и полочки, что куда поставить. Правда, не очень я люблю такую оранжевую расцветку, но это все можно поменять. Стоимость образца 4300 рублей. Итак, мы переходим в следующий отдел кухни «Полька». Значит, вот такой вот стеллаж. Цена на него 720 рублей. Тумба отдельно стоит 633 рубля. Прикроватная тумбочка 480 рублей. Давайте посмотрим вот на такой комод. Очень классно, у него такое глянцевое покрытие. Стоимость 549 рублей. Полочки выдвигаются. Все очень так неплохо сделано. Еще одна интересная такая модель. Комода 477 рублей. Идет он на 3 выдвижных ящика. Что я тут нашла? Только посмотрите на эту роскошную, такую нежно-розовую кухню. Думаю, она, конечно, будет стоить дорого. Сейчас мы с вами как раз это и посмотрим. Так, акция. Стоимость полного комплекта с установкой, монтажем 9752 рубля.
Считайте, половина цены – это только стоимость кухни. Следующая модель кухни тоже мне очень понравилась. Также посмотрите, здесь можно поменять фасады, поменять саму столешницу. Цена на нее 12 106 рублей, это уже вместе со всем. С установкой, демонтажом. В общем-то, как-то так. Также я здесь заметила вот такую небольшую кухоньку. Тоже очень так классно смотрится, но я думаю, она может скоро надоесть. Ну, по крайней мере, для меня. Такой стиль. Она довольно-таки бюджетная по сравнению с остальными. 5690 рублей. Полочки тоже выдвигаются, все укомплектовано. Так, тут я еще заметила стол, к сожалению, цену я не увидела. И у нас тут кровати, шкафы, также останавливаться на этом мы не будем. Переходим мы, наверное, к следующему магазинчику. Также здесь хотела вам показать цены на кухне, но, к сожалению, они были не написаны, и мне уже было как-то не до того, чтобы бегать по всем консультантам и узнавать. Но у нас еще впереди второй и третий этаж. Возможно, там уже что-то будет поинтереснее. Либо я просто в следующие разы буду ездить по таким магазинам и именно делать обзор на кухню, потому что я думаю, это очень и очень интересно. Если я правильно поняла, стоимость данной кухни 1266 рублей. Также посмотрите, есть вот такой небольшой угловой вариант. Цена также была не указана, к сожалению. Так, и у нас остается немного корпусной мебели. Вот такой набор модульной мебели Валенсия обойдется по цене 2080 рублей. Сама стенка оборудована встроенной подсветкой, стеклянные полочки, выдвижные ящички. Вполне все очень удобно и лаконично. А вообще, что хочу рассказать о данном магазине. Когда мы 3 года назад делали ремонт, я хотела, безумно очень хотела тумбу под телевизор, именно в такой бело-бежевой расцветке, и как раз я приобрела вот эту модель. Цена, кстати, сейчас 260 рублей, в тот момент она стоила где-то 230, не особо поднялись цены. При этом она бюджетная и качественная, мне она очень нравится, особенно по стилю. Поэтому, если вы что-то ищете подобное, зайдите в этот магазин, цены здесь особо не кусаются. А еще я выбирала вот эту тумбочку. Кстати, сейчас она стоит 375 рублей, а полный комплект 1207. Но у меня в приоритете была эта белая мебель и плюс выдвижные полочки. И, к сожалению, эта тумбочка была уж слишком велика для меня. Что еще? Давайте мы посмотрим напоследок. Значит, вот такой вот комплект мебели, полная стоимость за него 2751 рубль. Тоже приятная такая серенькая расцветка. А на этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из мебельного магазина «Домашний очаг» подходит к концу. Если вам видео оказалось полезным, то не забудьте поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал, ведь у меня всегда интересно. Не забывайте, что ссылочка на сам магазин будет доступна в описании, там вы можете познакомиться со всеми продавцами, со всеми фирмами, также ознакомиться с какой-то частью мебели, там будут показаны все скидки и акции. А я, как всегда, желаю вам приятных и, главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи. Пока-пока.